Стартовали и дети, и взрослые, многие целыми семьями. На трассы, подготовленные в двух районах города, на лыжном стадионе и за улицей Олимпийской, вышли сотни горожан. В Заречье приняло участие в гонке 1888 человек, а на лыжном стадионе 1996. Примерно половина из них – дети. На лыжах я уже второй раз в этом году. Спасибо за такое очень хорошее спортивное участие. Сначала прошли спортивные забеги в разных возрастных категориях на дистанциях 5 и 10 километров. Победителями соревнований стали Анастасия Дикарева, Денис Пушкин, Юлия Бабайлова и Андрей Михайлов. А затем на лыжню вышли физкультурники. Участники массовых забегов выбирали посильную для себя дистанцию от 1 до 3 километров и скорость передвижения по лыжне. Все понравилось, да. Ну, небольшой кружочек, 1 километр, очень все здорово. Погода хорошая, не холодно, не замерзли. Я участвую в этих мероприятиях всегда, Лыжня России, каждый год. Практически на лыжах уже занимаюсь с 1987 года. Мой первый тренер был Леонид Александрович Осипов. Я очень признателен ему. Всегда рад видеть его и всех здесь людей. Самым главным для физкультурников было стать участником всероссийской акции. Победители в этих стартах не определялись, а памятные сувениры в итоге получили все. Владимир Сентябрев, Анатолий Холин. Новости.